приходит и исцеляет. Ну, три друга решили, ты, Ваня, ложись, и будто бы ты сильно больной. А мы пойдем батюшку призовем, посмотрим, как он будет тебя исцелять. Ну, пришли они его, хотя он и занятый был много, но, по-видимому, ему было от Бога дано такое уже провидение. Он поехал к ними, приехал, тот лежит, стонет, он помолился и говорит, да будет, говорит, по вашему прошению, да будет вам. Повернулся и ушел. Они, что такое? Думают, Ваня, вставай, а Ваня ни языком, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Чего просили, то и получили. Тогда они не на шутку испугались и вновь за ним. Давай по городу гоняться, чтобы его догнать где-то. Там он едет, говорится, на тройке, чтобы его успеть туда и сюда посетить. Наконец, когда добились его, то давай уже просить прощения. Прости нас, отче, прости за наше такое бесчинение, что мы решили подсмеяться над ним вроде. Над ним. Ну идите, говорит, отче. Приходит, Ваня уже сидит. Стала разговаривать. Вот так вот. Чего просим, то и будет нам. Прости нам долги наши. Как? Как и мы прощаем должником нашим, так и нам Господь простит. А если что, ну, возьмите обратно. Все грамотно знаете теоремы. Обратно. Как я прощаю, так и мне простит. Значит, я не прощаю, то и мне Господь не простит. Но еще и прибавится за ложь, за которую мы говорим. Как я прощаю, сам-то я не прощаю. Значит, еще и ложь здесь примешивается. Поэтому этот день нам, церковь, мать наша, отделяет нам для того, чтобы мы в этот день простили всем. И начали, как бы сказать, новую страницу нашей жизни на пути спасения. Много грехов, много. Но ты, говорит, возьми, хотя в этот пост. Знаешь, что тебя больше всего тебе досаждает, какой грех? Скажи, я в этот пост избавлюсь от этого греха, в этот пост от этого, Петровский пост от того, в Успенских еще от одного, а в Рождественских еще от одного, и в год бы получилось бы хотя бы в каждый пост от одного греха, то уже четырех бы не было. Ну, теперь епитимия за грех. Все требуют, батюшка, да, я мою епитимию. Да не просите у батюшки, сами себе наложите епитимию, знаете, что... Что есть? Грех какой? Как только согреши, скажу, так положу 500 земных поклонов. Ну, я говорю это так. 500 можешь и больше положить. И таким образом ты, говорит, сам отстанешь от этого. Как? Только еще откроется рот, уже сразу, говорит, руками зажмешь губы. Не буду я этого говорить, потому что я епитимию наложил на себя за это. И таким образом мы тогда можем, говорит, и... как-то более чистым оком смотреть уже на все. Сейчас начинается вечерняя будет у нас. Благословен Бог наш всегда на непресной во веки веков. Аминь.